ходе войны в Украине погиб солдат азербайджанского происхождения Керим Гуламов. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский. Дипломат подчеркнул, что гражданин Украины, этнический азербайджанец Гуламов, работал ведущим телеканала М2. Керим с первого дня широкомасштабной агрессии России поднялся на защиту родины и до последнего вздоха сражался за нее, отметил посол. В боях за независимость Украины погибло уже 20 этнических азербайджанцев.